Предлагаем вашему вниманию сообщение пресс-службы президента. Сегодня президент Ильхам Алиев позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в президентской деятельности во имя развития и процветания страны. Владимир Путин выразил признательность главе нашего государства за оказанное внимание и поздравления. В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в том, что союзнические отношения и стратегическое партнерство между нашими странами будут укрепляться и впредь. Состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.